очень, наверное, интересно будет моим коллегам. У нас раньше было как? По поводу наркотиков после 2,5 лет моей работы здесь. Раньше вот в этих шкафчиках у нас были коробки такие с всякими наркотическими препаратами. И по утрам в 7:45 приходил этот фармацевт, и ты у него менял, если у тебя закончилось. Ну или можно было пойти к ним в аптеку после 2 часов дня и поменять. Сейчас у нас поставили новые игровые аппараты. Вот они стоят. Так это выглядит. Нажимаем. Должен меня узнать. Что-то не узнает. О, узнал. Все. Hello, доктор Павел Школов. Что вы хотите сделать? Тут можно наклейку. А, не, сначала убираем. Я хочу взять. Теперь либо вбить данные этого больного. Если у нас какая-то экстренная операция, допустим, мы еще не знаем, кто это, нужно выбрать аноним. Если мы знаем, то есть вот наклейки. Сканируешь. И он предлагает, что выбрать. Допустим, давайте возьмем ампулу большую фентанила. Он говорит, вот. Четвертый сверху ящик мигает, открываем. Он говорит, B1. Вот он, B1. Опа, ампула. Выиграл. Все, закрываем. Все. В общем, довольно-таки прикольно, как игровой автомат, в котором всегда выигрываешь.